Это есть у нас в коллективе хоккей для всех с лицевой. Вратарь у нас такой, он нестандартный. Что за монстр? Я в это не верю. Я, конечно, попробую. Но, честно, какая-то на шару, может быть, одна из 30 залетит. Всем здрасте. Сегодня у нас невероятный челлендж. Пригласил я, как всегда, Вэлла. Здорово. Здорово. Должен быть с нами еще шеф, с которым Вэлл играет. Очень парнишка на высоком уровне играет, но, к сожалению, на крайней игре получил травму голеностопа, поэтому извинялся, не смог приехать. Ну и наш общий товарищ ЖЖ Евгений покинул страну, поехал в романтическое путешествие, поэтому, к сожалению, их обоих нету. Вот, сегодня вся надежда только на тебя, потому что сразу забегу вперед. Я в этом участвовать вообще не хотел. Есть у нас в коллективе хоккей для всех Никита Чернов, который заявил, что он может попасть с лицевой дальней через все поле с лицевой в ворота в девятку. Из пяти шайб он заявил, что попадет три раза. Два. Что это? Что это за монстр? Но дело в другом. Его товарищ, по его опять же словам, попадает из пяти два. Ну, суть в другом. Я Никиту приглашал два раза, и у Никиты постоянно какие-то дела. Вот. Поэтому лед, к сожалению, я не могу перенести, да, каждый раз. Поэтому один раз перенес, второй раз не буду этого делать. Никит, тебе привет. Вэлл, передай тоже. Привет, Никита. Как он сказал, что Вэлл совсем справится, это очень просто. Итак, наша сегодня задача, точнее, больше Вэлла. Я в это не верю. Я, конечно, попробую, но, честно, какая-то на шару, может быть, одна из 30 залетит. Ну, так, чтобы попасть прям как хочешь, я в это не верю. Пожалуйста, сними расстояние до ворот. Насколько это далеко, чтобы было понятно. Встань вот на лицевую. И вот нам надо попасть в 9 верхом. Я даже туда прокачусь. Левая девятка. Правая девятка. Правая у нас получилась даже чуть побольше, потому что вратарь у нас такой, он нестандартный. Вот, из-за этого здесь получается у нас больше места. Еще раз говорю, я в это не верю. С лицевой, через все поле, верхом, кистями. Ну, я не знаю, каким надо быть мастером, каким надо быть Никитой. Никита, тебе привет. Жалко, что тебя сейчас нету. Вот, но мы это попробуем. И, может быть, у кого-то получится, кто-то тоже снимет такой челлендж. Вот. Ладно, Вэлл, погнали. Как я вообще на это повелся? Ну, просто шансов нет. Он думает, что он сместился в край, и ему это поможет. Конечно же, нет. А между тем, пока мы занимаемся этой ерундой, которая, в принципе, невозможна, я вам расскажу то, что я поменял себе клюшку. Теперь у меня 2S Pro. Помните, в одном из выпусков у нас был краш-тест? И она мне очень понравилась. Вот я в итоге себе взял, сделал подарок. 87 флекс. 90 вот с ними, второй загиб. Сегодня вот одну тренировку откатался. Доволен, интересно. Вот, ну посмотрим, что она себя покажет в течение месяца, через месяц, какие будут ощущения. А еще я себе сделал подарок. Коньки 2X Pro. Thank you.
Ну что, вот и пролетел наш час времени. А бросили мы, наверное, сколько? Раз 50, наверное, бросили. Да не, побольше. Ну, в общей сложности раз 200, наверное, бросили. Вот, порвали растяжку. Давин, кстати, вратарь. Дабы извиняй. А что и требовалось доказать, Никит? Это... Я говорю, дай бог, одна на шару бы залетела чисто случайно. Но вот так вот прицельно из пяти, две. Но, Никитос, очень хочу тебя видеть здесь, на этом льду. Вот, так что поднаелись, устали. Спасибо, что приехал. Зови. Зови, да, на такие вещи. Вот, поэтому будем с вами прощаться. На сегодня все. Играй в хоккей. Хоккей для всех. Спасибо ледовой арене «Озерки» за предоставленную возможность для съемок. Здесь приятно тренироваться. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».